Друзья, здравствуйте, и хочу сразу за рога взять этого быка, понимаете, из-за которого это видео записывается. Значит, давно у нас конкурсов не было, давно мы не рассылали американских флагов кому-то, вот. Так что давайте мы конкурс какой-нибудь устроим. И я, честно сказать, не очень знаю, какой конкурс. Если меня спросить, то я вспоминаю конкурс, который был ровно 2 года назад. Мы тогда говорили, напишите видео-рассказик, а мы у себя повесим. И, значит, видео-рассказик на тему, там, как наш канал повлиял на вашу жизнь. И это было 2 года назад, на излете первого года вот нашей такой современной операции в современном формате. Сейчас прошло еще 2 года, я думаю, что гораздо больше народу добавилось. И я подумал, может быть, сделать такой конкурс. Но, может быть, еще какие-то, я не знаю. То есть я понимаю, что вы, может быть, участвуете. Давайте я камеру поверну. Ой. Вот. Может быть, вы в вашей жизни там встречаетесь с другими конкурсами, вы знаете, что другие блогеры делают и так далее. Может, у вас есть там миллион других идей, поэтому... Если есть идеи, какой конкурс мы хотим провести, или там, скажем, вы предлагаете провести, давайте, значит, вашу идею, мы не один конкурс сделаем, может быть, мы несколько конкурсов сделаем. Ну, в общем, если никаких таких новых идей кардинальных не поступит, мы тогда снова сделаем конкурс на видео с историей о том, как наш канал там на вас повлиял. Имея в виду, что вы все-таки расскажете какую-то историю жизни, а к ней уже как канал, так чтобы уже интересно было всем смотреть. Счастливо!